Thank you.
από Ναζαρέ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη και Θεός αναβαίνων από του ύδατος, είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το Πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνων επ' αυτών. Και φωνή εγένεται εκ των ουρανών, Συ ο Υιός μου αγαπητός, εν Συ δόξα. Страхом Божиим, ходящих вон, Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине, Отце наш, все Господине, высокопреосвященнейшем митрополите Иоиле, все Господине нашем, высокопреосвященнейшем архиепископе Арсении, честнее пресвитерстве во Христе диаконстве, по всем притче и людям, Господу помолимся. Нашей властях и воинстве я, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во святе обители сей, граде сей, всяком граде, стране веры живущих в ним, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во благословении Господу помолимся. Господи, помилуй. Присущие Троице действу, Господу помолимся. Господи, помилуй. Если ты власти, благодати, избавления, благословения Арканову, силы и действия дарите Святого Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. Трем 410, 20 учеников, 4 временного лета венчались. Тебе трепещут умные все силы, тебе поет солнце, тебе славит луна, тебе присутствуют звезды, тебе слушает свет, тебе трепещут бездны, тебе работают источницы. Ты простерлась и небо, яко кожу, ты утвердилась и землю на водах. Ты огородилась и море песком, ты под дыханием воздух пролиялась. Ангельские силы тебе служат. Архангельские лица тебе кланяются. Вся тварь воспевает тебя, явившегося, ты бо Бог наш, на земле явился исти из человека пожилиси. Иорданские струи осветилиси, с небесения спасал и святого твоего духа. Люба человека, любче царю, приди ныне на итин святого твоего духа и освети воду и сию. Само ныне, владыко, освети воду и сию, Духом Твоим святым. Само ныне, Владыко, освети воду сию Духом Твоим святым. Дай же всем прикасающимся ей причащающимся и мажущимся ее освящение, здравие, очищение и благословение. Спаси, Господи, помилуй великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всей Руси. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Иордане, крещающийся тебе, Господи, кроческое лица поклонение, родителю по власти свидетельство.
праздник воскресения, по мне уже говорит. Сын Божий Твоим, Христос Троицы, принялся на себе плоть человеческую, крестик Святого Иоанна Латана. Дух Святый, знак чистоты и невинности в виде голубиня, сходит за Тверской Книге с третьей поста Святой Троицы. Вот откроете человеку Троицы. Это праздник Троицы Бога не умеет. Но сегодня Господь будет являться каждому из нас. Сейчас, братья и сестры, мы будем освящать вас и принесем вам Богу. И каждый будет чувствовать радость. Радость – это очищение души и закрепление Святой Воды. Радость – это очищение душой присутствия самого Бога рядом. Потому что радость – это необъяснимо по-другому. Нельзя объяснить, почему тысячи народа не спят ночь, а ждут этого момента. А радость – это имеет смысл. Человек пришел общаться с Богом. А самое главное, что сегодня Бог приходился к нам и встретиться с нами, нельзя ли и на нашу духовность, и на нашу память, любя всех, кто пришел сегодня почтить святой праздник. Любовь. Всех с праздником! Сейчас, братья и сестры, конечно, Божие благословение всем, кто хочет купаться. И сейчас просьба, крестный ход будет идти по набережной в сторону моста. В два ряда становитесь вдоль дороги по линии шествия, и мы будем вслед за вами выходить, освящать вас и принесем вами воду. С праздником! Старайтесь в трудные моменты прибегать к этой святыне. Пользуйтесь этой силой благодати Божией. С праздником! Вас тоже, батюшка. Антон! Thank you.
Отец, возлюбленного Тя Сына именуя, иду, иди голубенье, родите, Бога свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, иду, иди голубенье, иди совши Твои сердце утверждение, я выйдя пред Боже. Еще раз, Господи! Праздником, Отец, еще Спустился, спокойно поднялся, не карабкаясь по лестнице, и наступая на стол.